Всем огромный-огромный привет! Спасибо, что сегодня заглянули ко мне на кухню. Давайте приготовим очень вкусную, необычную закуску из вот таких красивых, красных, сезонных помидоров. Они очень вкусные, сладенькие. Маринад получается очень вкусный, и вы будете так готовить всегда. Вам понравится. Делается быстро и просто. Подойдет к любому мясу, рыбе или просто в качестве закуски. Давайте приступим. Помидоры нарезаю. Я в этом рецепте особенно не мельчу. Вырезаем серединку. Сейчас я вам покажу, как нарезать помидоры, чтобы было вкусно. И режу вот такими дольками. Примерно один средний помидор на три части. Вот так. Они так и хорошо, быстро промаринуются. Выкладываю помидоры в любую глубокую емкость. Помидоры желательно в емкость уложить в один слой. Так они лучше и быстрее промаринуются. Беру растительное масло. Все пропорции я оставлю внизу под видео. Добавляю сок лимона. Мед. Горчицу, тертый чеснок, у меня здесь два зубчика. Чеснок добавляется для пикантности. По вкусу все солим. Добавляю черный молотый перец. У меня смесь, вот такая смесь четырех перцев. И все перемешиваем до состояния однородной эмульсии. Заливаю подготовленным маринадом помидоры. Закрываю крышкой и убираю в холодильник минут на 30, чтобы помидоры хорошо промариновались. При подаче помидоры можно посыпать свежей зеленью и также черным молотым перчиком. Посмотрите, какая красивая закуска! Кисло-сладкие, пикантные медовые помидоры придутся вам по вкусу. Просто надо попробовать их приготовить. Тем более готовить можно весь сезон, пока есть домашние, хорошие, вкусные помидоры. Кому понравится рецепт, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и не пропускайте новые интересные простые рецепты. Попробуйте обязательно сделать такие медовые помидорки. Вы не устоите, будете их готовить и готовить. Это очень вкусно. Всем огромное спасибо, до свидания и пока!